Древний Египет был одной из самых могущественных, технологически продвинутых цивилизаций за все время существования человечества. К тому же империя фараонов просуществовала многие тысячелетия, что делает ее самой долгоживущей на Земле. Перед вами самые ужасающие факты о государстве, которое хоть и кануло в лету, но по сей день будоражит умы людей. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. Повязки, снятые с мумий, использовали в качестве обертки для еды, и это привело к эпидемии холеры. Еще совсем недавно что угодно, привезенное из Египта, вызывало у людей дикий восторг. Мумифицированные тела привозили в Европу и разворачивали их на приемах и вечеринках. Разумеется, большинство тел было вывезено контрабандой. Дело в том, что мумий в Египте очень много, а вот почтения к умершим мало. Подавляющее число мумий даже не имеет исторической ценности, так что приобрести снятые с мумифицированных тел полоски ткани было не только дешево, но в некоторых случаях даже выгоднее, чем купить бумагу. В начале 1900-х один предприимчивый бизнесмен из Соединенных Штатов рассудил, что можно очень хорошо сэкономить, если вместо бумаги упаковать пищу в бинты от мумифицированных тел. Но ему не повезло. Хитроумный план рухнул. Пришлось отказаться от экзотической упаковки, ведь людей начала поражать холера. Иногда слуг умерщвляли, чтобы похоронить их вместе с хозяином. Возможно, из мифов и легенд вы уже знаете, что слуг фараона и других важных персон Древнего Египта убивали и хоронили вместе со скончавшимися хозяевами, чтобы подданные продолжали служить им и на том свете. Сегодня все это может показаться просто выдумкой, однако это не просто легенда, это правда, от которой по коже ползут мурашки. Традиция умерщвления слуг и захоронения их в гробницах была неотъемлемой частью древнеегипетского общества, хотя со временем этот ритуал и канул в лету. Далеко не все слуги, кого постигла столь грустная участь, воспринимали свое умерщвление как убийство, несмотря на сложные отношения египтян со смертью. Они были одержимы идеей вечной жизни, продолжающейся даже на том свете. Иными словами, смерть не являлась для египтян концом. Для слуг, которых хоронили вместе с хозяевами, этот ритуал был скорее привилегией, ведь они получали право сопровождать и служить на том свете важной персоне. И все равно должно быть тревожно осознавать, что твоя судьба напрямую зависит от судьбы господина. В Европе ели мумий в медицинских целях. Для большинства людей каннибализм – самое ужасное, что вообще можно себе представить. От одной мысли о поедании человеческой плоти, даже если это единственный способ выжить, скручивает желудок. Однако Европу 16-17 веков не на шутку захватило увлечение каннибализмом. Все хотели урвать кусочек человечины, искренне веря, что такая пища способна исцелить от целого ряда болезней. Сначала люди расчленяли мумий и делали на их останках настойки – универсальное лекарство практически от всего. Затем перешли к питью крови, чтобы излечивать заболевания собственной крови, и поеданию черепных осколков, чтобы, очевидно, улучшить состояние головного мозга. Хоть в настоящее время каннибализм и неприемлем, в Европе того времени потребление человеческих останков не было чем-то ужасным и запретным. Наоборот, считалось, что это полезно для здоровья. Любого посмевшего оскорбить бога солнца убивали. В Древнем Египте довольно мало преступлений классифицировалось как особо тяжкие. И одним из самых ужасных преступлений, которые только можно было совершить, являлось любого рода оскорбление или выражение непочтительного отношения к богу солнца Ра. Если египтянин причинял вред храму, грабил его, каким-либо образом высказывал неуважение к богу, преступника приговаривали к сожжению заживо. Такое наказание назначали только совершившим страшнейшие преступления. Зачастую оно сопровождалось ритуалом. Виновного не только наказывали, но заодно и приносили в жертву богам. Древние египтяне крайне редко прибегали к человеческим жертвоприношениям, так что этот ритуал был в числе исключений. Почему именно сожжение? Во-первых, это невыносимо больно, одна из страшнейших смертей. Во-вторых, сожжение для египтян имело и сакральный смысл. Они верили, что физическое тело необходимо для продолжения загробной жизни, но если его уничтожить, например, сжечь, казненный не сможет продолжить существование на том свете. Хотя боги могли вмешаться и помочь несчастному. Сожжение оставалось самым страшным наказанием, какое только мог представить себе житель Древнего Египта.
Полиция Древнего Египта зачастую выбивала из подозреваемых признание. В Древнем Египте существовала собственная правовая система, и за порядком следили своего рода полицейские, но для торжества справедливости этого было недостаточно. В Европе не гнушались выбивать из людей признания, и для Древнего Египта это было не редкостью, даже наоборот, стандартной процедурой. Чтобы получить признание, подозреваемых били палками по ступням. Ожидалось, что под пытками потенциальный преступник не только сознается в содеянном, но и скажет, где спрятал украденное, а заодно назовет имена своих сообщников. Затем задерживали сообщников и точно так же пытались выбить из них информацию о других пособниках. К сожалению, эта система была далеко от идеала. Установить, сколько невиновных людей под пытками сознались в чужих преступлениях, к которым они не имели ни малейшего отношения, просто невозможно. Ложные признания были чрезвычайно распространенным явлением. Человек сделает что угодно, лишь бы болезненные пытки прекратились. Подозреваемый в совершении преступления считался виновным, пока не было доказано обратное. В основе современной правовой системы лежит презумпция невиновности. Лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана. И это один из поводов гордиться нашей правовой системой. Каждый имеет право на справедливость, оперативное судебное разбирательство и возможность защиты. И хоть в Древнем Египте правовая система была довольно развита, у нее все же были недостатки. По древнеегипетскому законодательству обвиняемый по умолчанию считался виновным. Так что доказывать ему приходилось свою непричастность к преступлению. Тем не менее, судьи пытались вынести непредвзятое решение. Как я уже упоминал ранее, стражи порядка часто выбивали признание вины у подозреваемых, иногда даже у невиновных. И если судье требовалось больше информации по делу, ее могли выбить даже из простых свидетелей и очевидцев. Нет доказательств того, что древние египтяне злоупотребляли этим законодательным недочетом и вешали друг на друга ложные обвинения. И все же кому-то недобросовестному он мог сыграть на руку. Иногда судьбу обвиняемых в преступлении решала магия. В поздние периоды Древнего Египта жрецы обретали все большую власть над жизнью египтян и влияли на принимаемые правителями решения. Власть жрецов над обычными людьми с годами все росла, и вскоре к ним начали обращаться за советами так часто, как никогда прежде. Лица, стоявшие у власти, предпочитали консультироваться с представителями жречества, ведь те могли вступать в контакт с богами и заручиться их поддержкой, а также оказывать влияние на общественность и принимаемые ею решения. Это значит, что в поздний период Древнего Египта жрецы активно участвовали в судебных процессах. Например, для решения важных вопросов приносили статую бога Солнца и клали перед ней папирусы с разными вариантами. В большинстве случаев их было всего два – виновен и невиновен. В итоге статуя, движимая волей богов, должна была повернуться к одному из папирусов. Разумеется, все было в руках жрецов, в том числе и выносимые судом решения. Ведь жрецы сами двигали статую. К сожалению, суд отдавал судьбы египтян на волю мошенников, которым все безоговорочно верили, ведь играли они роли божественных слуг просто безупречно. Древнеегипетская контрацепция была поистине омерзительной. Современные люди, еще не готовые к рождению ребенка, используют презервативы, пьют противозачаточные или пытаются выгадать безопасные дни, чтобы предотвратить нежелательную беременность. Конечно же, контрацептивы существовали и тысячи лет назад. Исследователи установили, что раньше люди пользовались презервативами из овечьей шкуры, а древние римляне вместо противозачаточных таблеток принимали некое растение, причем так часто, что полностью его истребили. Впрочем, от большинства средневековых контрацептивов толку было мало. Но одним из самых сомнительных способов предотвратить беременность можно по праву считать древнеегипетский. Древние египтяне верили, что если перед половым актом смазать влагалище смесью из меда и крокодильего навоза, это убережет от зачатия. Почему-то они решили, что такая смесь – действенный спермицид, хотя она могла оказать абсолютно противоположное действие. Учитывая уровень медицинских познаний того времени, можно понять веру в подобное средство контрацепции. Но подумать только, как часто приходилось им касаться крокодильего навоза самыми интимными частями тела. Просто жуть. Смертные казни в Древнем Египте были редки, но чрезвычайно жестоки. Жизнь древних египтян была тяжела и сурова. Побои, о которых я уже говорил, являлись не только способом выбить признание, но и наказанием. В Древнем Египте, как и вообще в Древнем мире, преступников жестко наказывали, но все же здесь старались обходиться без казней. Хоть смертный приговор и был узаконен, к нему прибегали крайне редко.
В древнеегипетской истории даже есть период примерно в 150 лет, когда не было приведено в исполнение ни одного смертного приговора. И все же, когда кто-то совершал нечто ужасное, вроде убийства или государственной измены, без казни было не обойтись. Как я упоминал ранее, для нанесших оскорбления богам предусматривалось сожжение заживо. Но были и другие, не менее страшные и болезненные способы казни – обезглавливание, утопление и даже посажение на кол. Легенды о древнеегипетских проклятиях все еще остаются загадкой. Существует бесконечное множество легенд и историй о проклятиях египетских мумий, и, возможно, не все они выдумка. Истории о мумиях, мстящих любому, кто посмел потревожить их вечный покой, появились задолго до открытия гробницы Тутанхамона. Согласно самой популярной легенде, 26 человек участвовало в открытии гробницы, и по неизвестным причинам они начали умирать. Участь не миновала и руководителя экспедиции. Причиной его смерти стало заражение крови. При дальнейшем исследовании гробницы были обнаружены споры плесени, но ничего представлявшего смертельную опасность там не было. Выдвигались теории, что причиной смерти могла стать неизвестная болезнь, приведшая к заражению крови, но большинство ученых отвергли эту версию. Ведь только 6 из всей группы постигла скорая гибель. Нет никаких доказательств, что проклятия реальны, но древние египтяне искренне верили в них. Потому большинство гробниц украшено различными символами, чья задача – наложить проклятие на любого, кто потревожит останки покойника. По поверьям, на незваного гостя нападут дикие звери – львы или змеи, либо же его постигнет божественная кара. На этом все, друзья, с вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, а завтра уже выходит новое. Не пропустите. Пока-пока, будьте здоровы.